Более 10 лет в нашем городе работает центр «ЛАДО». Его деятельность ориентирована на создание единой здоровьесберегающей среды, способствующей формированию, сохранению и развитию психического, физического и социального здоровья несовершеннолетних. Центр «ЛАДО» – это команда профессиональных специалистов, владеющих современными методиками и технологиями не только в сфере педагогики, психологии и логопедии, но и в спектре смежных дисциплин. Центр работает с детьми и родителями, помогает преодолевать самые разные проблемы на любой стадии их развития. О возможностях этого учреждения. Сегодняшнюю встречу со специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ЛАДО» инициировали директора школ и заведующие детских садов города. Они же стали и участниками семинара, который был посвящен деятельности этого уникального не только для нашего города, но и области учреждения. Одна из целей работы «ЛАДО» – это помощь родителям и педагогам, обратившимся в Центр по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих отклонения в развитии, поведении, трудности в обучении и социальной адаптации, диагностики таких особенных малышей и подростков. Обследование детей в возрасте от рождения до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом, психическом развитии, речевом развитии и отклонения поведения детей. Что, в принципе, мы с вами делаем на протяжении уже многих лет. Медико-оздоровительное отдел. Оказание медицинских и оздоровительных услуг для детей с целью сохранения и укрепления физического здоровья. И отдел организационного информационного обеспечения и проектного сопровождения. Создание организационных условий внешнего взаимодействия, информационное сопровождение и методическая поддержка основных направлений деятельности центра. В центре работают 4 отдела, у каждого свои функции и задачи. К примеру, у реабилитационного – комплексная психолого-педагогическая и социальная реабилитация несовершеннолетних с девиантными формами поведения, в том числе имеющих зависимость от психоактивных веществ. Специалисты центра готовы прийти на помощь в самых разных случаях. Это и зависимость от наркотических веществ, курительных смесей, проблемное поведение, компьютерная, игровая и интернет-зависимость. Причем консультативная помощь здесь оказывается не только детям, но и взрослым, окружающим ребенка. Основная задача наша не только оказание помощи данной категории детей, но и оказание педагогам помощи в работе с данными несовершеннолетними. Немножко, наверное, поясню, почему. Потому что очень мало с данной проблемой заявляются на помощь. То есть это, как правило, скрытая латентная группа, которая имеет первичные пробы, которая не стоит на учете у нарколога, и с которой необходимо работать. И наша, одна из наших главных задач в этом направлении – это помочь педагогам эти проблемы на раннем этапе выявлять и оказывать помощь и поддержку до формирования зависимости. Клиентами центра «ЛАДО» становятся как совсем маленькие жители нашего города, так и подростки. С малышами чаще всего обращаются к педагогам, логопедам, дефектологам и неврологам. Тинейджеры же приходят к специалистам центра за психологической помощью, к примеру, в период подготовки к экзаменам. Мы очень тесно взаимодействуем с центром «ЛАДО». В прошлом году у нас был очень интересный опыт по работе со старшеклассниками, с учащимися 9-11 классах в подготовке к итоговой аттестации. И успешная сдача ребятами итоговой аттестации во многом зависела как раз от того психологического настроя, от тех тренингов, которые ребята были погружены благодаря сотрудникам этого центра. Нам нравится с ними в этом плане работать. Ни одна просьба наша не оказывается без внимания. Мы работаем и с ПМПК, очень тесно работаем с ПМПК, и с профориентацией, и из наших семинаров, которые предлагают, с удовольствием посещают наши педагоги. Но есть случаи, когда обращение за помощью к специалистам центра носит экстренный характер. В обществе все чаще стали появляться особенные дети, подростки, у которых по разным причинам происходит задержка умственного развития, или же констатируется и вовсе умственная отсталость. И самое страшное в этом, что данные диагнозы ставятся в подростковом возрасте, когда исправить ситуацию практически невозможно. Мы двум детям закрыли путевку в будущее фактически, потому что мы поставили умственную отсталость. Ребенок не получит центрального образования, а перспективы были техникум, там, выбор профессии и так далее, и так далее. И даже не было варианта, чтобы зацепиться за задержку, потому что где-то мы, учитывая различные факторы и условия, все-таки ставим задержку. И дети сдают экзамен согласно, скажем, законодательству. В некоторых школах города даже открыты специализированные классы для детей, нуждающихся в обучении по особым программам.
Дети с особыми возможностями здоровья есть в каждой образовательной организации, в каждом. Хотим мы этого или не хотим, но так устроена жизнь. И я вот уже говорила по моим, может быть, с погрешностью подсчетам, примерно 10% от приема детей первоклассников, которые нуждаются именно в специальном сопровождении, психолого-педагогическом сопровождении. То есть им обязательно необходимо развивать такие сложные психические процессы, как память, внимание, восприятие, воображение. И здесь первые помощники у педагогов школ города – это, конечно, специалисты центра, которые на своих семинарах рассказывают об адаптационных программах, по которым в дальнейшем получают образование такие особенные дети. На сегодняшний день не идет вопрос о том, что любой ребенок с особыми образовательными потребностями должен обучаться в каких-то отдельных классах или в отдельных школах. Сегодня образовательные школы готовы обучать детей по адаптированным образовательным программам. Другое дело, что это обучение должно носить заявительный характер. В законе сказано, что только при наличии документов и при заявлении родителей ребенку организуется обучение по этим особым образовательным программам. Родители, если и принимают, то они в дальнейшем не хотят это признавать. И на уровень образовательного учреждения очень неохотно эту информацию предоставляют, и мы работаем с этими особыми детьми, как в стандартном общеобразовательном процессе. Поэтому они испытывают проблемы в обучении. Это вот главная проблема, которую мы сегодня озвучивали, с которой живем уже несколько лет. В ноябре 2015 года центр переименован в государственное бюджетное учреждение Свердловской области Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ЛАДО. Но от этого его функции только расширились. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов. Новости «Твой день».